просто жесть. От него даже римляне отказались. Как жизнь? Ситара, где тебя искать? Лови координаты и пароль для входа. Надо бы широкоуголкой. Секунду, секунду. О, красота! Я не... Что? Мне нужно быть внимательнее. Ой, пардон.
Ладно, значит... Чего звонишь? Да. Лошадь, карету, хрустальные туфельки и вот это все. Йоу! Наконец. Мы с Джошем поговорили и, знаешь ли, нагнуть Блюм не только твоя мечта. Чтобы нагнуть Блюм, нужно две вещи. Первое – сторонники, чтобы тебя не сочли троллем. А еще боты, много ботов для обработки данных сети ОС. Да, Джош. Мы всю ночь возились с твоей софтиной, чтобы фолловеры могли ее скачать, а мы используем их мощности. Блин, реально? На самом деле… Реальнее некуда, так что вперед! Да, чувак! Варвары у ворот и готовы крушить черепа римлян! Сосредоточимся на крупнике, расскажем все про них ради лулзов, тогда все будут качать наш софт. Угу. Ага. Не парься, сначала что-нибудь бодрое. Маркус, глянь, я его просушил. Он выжил после купания. Вот, уверен, ты заценишь.